десятый раз всероссийский турнир по кикбоксингу класса А «Кубок Ермака» собрал сильнейших файтеров Сибири. Истинные джентльмены уступили право вести в спарринг дамам. В ринге амичка Наталья Лащенко. Девушка уже имеет опыт выступления на соревнованиях. Сложность в том, что в ее возрасте Наташа самая легкая. Спарринги приходится вести с более возрастными спортсменками. И это минус, говорит спортсменка. Сегодня ей повезло. Этот бой полегче был, потому что в моей весовой категории постоянно выше девочки. 48 килограмм. А самая, не 48, просто самая маленькая в моем возрасте 48 килограмм. И в этот раз девочка попалась такая полегче, как я. В 5 разделах фулл, фулл-лоу, лайт, семиконтакт и К1 выявляли сильнейших. Всего в Кубке Ермака приняли участие более 400 спортсменов. Организаторы престижнейшего состязания – Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омская федерация кикбоксинга – отмечают рост популярности состязаний. Достойную конкуренцию омским файтерам составили гости. В ринг вышли кикбоксеры из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Горно-Алтайска и Республики Казахстан. Организация хорошая, встретили, расселили, шикарная гостиница. Как бы очень удобно, что все рядом, все в одном месте. Что не надо никуда ехать. То есть вот вышли, отбоксировали, ушли, отдыхаем. В этом году сильнейшие кикбоксеры Омской области не оставили конкурентам надежды на первое место. Амичи завоевали 58 золотых, 110 серебряных и 200 бронзовых медалей, став тем самым лучшей командой в общем зачете. И Кубок Ермака, главный трофей турнира, остается в Омске. Наши поздравления!